Начнем с того, что я старался встать пораньше, мылся холодной водой, подтягивался. Ну да, достаточно долго, с 18 лет. Когда появилась эта идея, она появилась, наверное, тогда, когда мы узнали, что наши друзья из России на вертолетах сделали такой перелет. И для того, чтобы идея состоялась, понадобилось транспортное средство, которое здесь появилось в январе 17 года. Вот этот тот самолет Cessna-182. Вообще викинги в 982 году из Гренландии открыли Америку. Мы же теперь уже это знаем, да? Александр Рович позвонил мне, по-моему, в декабре 17 года. И про между делом он никогда не спрашивает, как у меня дела. Он сразу переходит к делу и говорит: слушай, я тут ищу пилота, короче, хочу в кругосветку полететь на Эковиске. Вот на этом самолете Cessna. Не знаешь ли ты кого-нибудь, у кого был бы инструментальный рейтинг для полетов по приборам? Достаточно опыта в международных полетах. Ну и было бы круто, если бы это был белорус. Интересный фильтр, да, интересный фильтр. Я сказал: слушай, ну, я подумаю там, дай мне там неделю-две. И где-то неделю-две я там ходил по своему Майами, пинал песок и думал: блин, да кого же найти? Вот, ну, пилотов с инструментальным рейтингом полно, чтобы белорусы с международным опытом полетов и вот под кругосветку. Ну, вот, вообще никого не пришло в голову в принципе, просто в принципе. И когда мы созвонили через две недели второй раз, я говорю: слушай, Саша, у меня тут такая мысль дурацкая. Я говорю: а я что, не подхожу? Нет. Я что, никак? Короче, взяли, чтобы было. Да. Ничего случайного нет в этом мире. Мы с Андреем к тому времени уже налетали вместе часов там 50 в разных ситуациях, по разным маршрутам. И к тому времени, когда я ему сделал это вот предложение, в принципе, у меня уже в голове была такая мысль: а вдруг он не согласится? А вдруг он не согласится? Ну и вот через две недели он таки вот и согласился. Да. Я честно опасался. Честно. И я уверен, что Львович тоже опасался, когда мы начинали все это мероприятие, потому что, ну, вопрос лидерства в команде, да, вопрос, кто будет принимать решения. Для меня всегда очень важно, кто будет ставить финальную точку. Потому что, когда летает многочленный экипаж, ну, там, я летаю на корпоративных джетах, допустим, у нас всегда есть понятие капитана и есть понятие второго пилота. Final authority по всем законодательствам и по правилам жизни пилотов, оно всегда за капитаном, естественно. К счастью, за последние лет 20 система управления в экипаже, она сильно поменялась, и она от авторитарной, которая была в Советском Союзе, когда капитан всегда говорил: я прав, вне зависимости от того, что происходит. Сейчас Crew Resource Management, такая наука есть, CRM, она говорит больше о консультационном стиле управления, когда оба пилота участвуют в выработке решения. Не всегда понятно, who is final authority. Так работает и в мире, а у нас в экипаже это было вообще просто, вот 100%. Почему-то у нас преобладал демократический стиль в команде. До тех пор, пока мы не приземлялись, не приходил пограничник или еще кто-нибудь: так, кто здесь командир воздушного судна? И тут же выпихивали меня. Да, я доставал портфельчик, который у меня собрали здесь, в Минске, со всеми там заданиями на полет, командировочными удостоверениями, бланками с печатями, ну, мало ли что там на необитаемом острове может понадобиться. Я тебя расстрою. Ты не знаешь об этом. Почти во всех документах капитан я. Среднее количество фотографий, которые изготавливала наша студия, это примерно 500 изображений в день. Я работал с 4 камер и 2 телефонов. Объем видео, который я в день снимал с вот этих 4 камер, ну не каждый день, конечно, я буду говорить откровенно, это примерно 20 гигабайт. Общий объем, который я вчера вечером залил последнее крайнее наше вот видео с прилета, 515 гигабайт. За кадром остались контрасты, связанные с контактами с людьми. Их трудно передать. Например, вот очень интересные контакты с государственными представителями. Нам доставило массу удовольствия контакты. Мне доставило массу удовольствия контакты с российскими представителями. При том, при всем, что они все замечательные люди, они все очень нам жали руку, они все говорили: Беларусь, картошка. Драники позитивно относились к нам все, но сами процессы, в которые вовлечены эти люди, это просто, ну, это какой-то часто кошмар, к которому надо просто относиться весело. Вот Катя куда-то убежала, она на себя в основном, да, вот с земли принимала все эти тяготы, и несмотря на то, что люди замечательные,
они очень плохо организованы. И когда мы перелетели через вот линию перемены дат, и там мы столкнулись с точно такими же процессами. В России это, например, там человек 8 было, да? 6. Да. А в Америке это один человек, который, в принципе, делает абсолютно функции во всех государствах, особенно в больших, они одинаковые. Национальная безопасность, пограничная безопасность, ну вот все вот это вот, оно везде есть. Но в Америке этим занимается только один такой вот улыбающийся парень, который нас проверил на наличие почему-то радиации. И, в принципе, потерял к нам всякий интерес. К сожалению, есть много контента, который не отснят. И причина здесь в том, что, ну, снимать людей вообще тяжело, да? Во-первых, нужно всегда спрашивать разрешение, а можно я вас сниму? А если ты спросил разрешение, у человека сразу меняется подход, он начинает работать на камеру, как мы там сняли товарища, что он знает про Беларусь, он там как начал играть, ну, это просто был Голливуд отдыхает. У нас на озере Таха, да, у нас есть этот мужчина, который прекрасно выступил, он за одну минуту рассказал про нашу страну. Все. Расскажу притчу по этому поводу, которую Саша рассказывал в кабине, когда мы летели через Атлантику. И я ее, ну вот, для меня она есть философия перелета через Атлантический океан. Вы совершенно правы, это опасно. Слово «трудности» неправильное. Мы не преодолевали каких-то супертрудностей, да, то есть мы не восходили на вершину шеститысячную, мы сидели в самолете. То есть мы не выполняли очень тяжелую физическую нагрузку. Но если слово «трудность» заменить на слово «риск», то все становится совсем по-другому. Ну, естественно, да, то есть мы абсолютно одни, и большую часть времени мы еще и без связи. То есть у нас нету связи по 1276 километров, да. Мы доверяем самолету, да, то есть мы понимаем, что самолет надежный, мы понимаем, что двигатель Lycoming проверенный, мы понимаем, что мы, знаем, слили топливо, мы проверили масло, мы все понимаем, что он, скорее всего, нас довезет, скорее всего, да. И при этом мы понимаем, что это машина, которая точно так же ломается, как и все остальное. Да? Если мы не сделаем человеческую ошибку, то всегда может быть механическая ошибка. Я летал на высший пилотаж на F-52, когда у меня срезало гайку, и у меня там масло поперло из двигателя, я был в перевернутом полете, у меня масло вытекло за 30 секунд. Никто не знает, почему срезало эту гайку. Ну вот до сих пор никто не может понять, да? Ну то есть мы понимаем, безусловно, что это может случиться. Это возможно, да? И этот шанс, он отличный от нуля. И как моя мама любит говорить, не забывайте, что у вас на двоих 7 детей. Байка заключалась в следующем. Один старый перегонщик, есть такая целая индустрия, перегон самолетов через Атлантику. Вот таких вот C-172, 182. А люди покупают самолет в Европу, в Азию, в Россию, и кто-то должен его доставить из США. Есть целая когорта людей, которые считают себя элитой, которые летают через океан. И гоняют там от 10 до 15 самолетов в год. За сезон они могут перегнать вот таких вот C-7. Понятно, что у них там налаженные процедуры, они знают, как все это делать, они делают это потоком. Да, масса. Одного старого перегонщика спросили, которому там лет там, ну, короче, неважно сколько, да, ну там старый умудренный в сединах 45 лет летает, и ему, а он гонит самолет по самому длинному маршруту. Мы летели по короткому, а есть перелет через Азорские острова. Через Азорские острова 172-я Cessna с дубаком летит 11 часов. То есть человек сидит на высоте там на 10 тысячах футах 11 часов один, без напарника, потому что все остальное место занимает дополнительные баки. Ему говорят, слушай, Джон, как тебе не страшно? Что ты делаешь в полете? Он говорит, я сплю. Он говорит, погоди, как ты спишь? А если там двигатель откажет? А если аварийная посадка? А если мерзнет? Ты же должен быть готов. Ты же... Он говорит, а что я могу что-то с этим делать? Я как-то могу на это повлиять? И если подумать логически, то это так и есть. Ну да, на нас были сухие костюмы. That's fine. Я прочитал инструкцию к этому костюму, там что написано, что человек в таком костюме в холодной воде в 4 градуса может продержаться 60 минут. Это написано у них на инструкции. И я задаю себе вопрос, окей, мы шлепнулись на расстоянии 400 километров от берега. Я вообще тебе много чего не сказал. Ну, дальше дорисуйте картину и сами сделайте вывод. Вот кто, откуда, из какого космоса может прилететь, спасти двух чуваков, непонятно в каком-то месте, за час. Ты когда принимаешь решение, что ты делаешь этот шаг, уже дальше не важно. Какая разница, что ты чувствуешь, какая разница, о чем ты думаешь. Это уже не имеет значения. Дальше все находится в... Кто-то верит в религию, там, кто-то верит в Бога, кто-то верит в судьбу, кто-то верит в артефакты, кто-то в язычество. Да, то есть я не верю ни во что, поэтому для меня это просто вопрос случайности. Гайка либо отвалится, либо не отвалится. Вероятность этого события 50 на 50. Ну, я бы вот эту Андрюхину фатальность чуть-чуть бы разбавил таким розовым сахарным сиропом. Все же относительно. Можно, переходя дорогу, по пути из дома на работу, попасть там по трамвай,
Помните «Мастера и Маргарита», да? Кто знал, что Аннушка там попадет по трамваю на разлитом масле? Вот мы летели над необъятными просторами Российской Федерации. И вот когда у нас там было пару дней в Магадане, где-то мне попалась бумажка, ну, где-то, Катя, она есть. Это вот эта огромная зона вот этой Восточной Сибири и Колымы. Карта – это бумажка, на которой написано какая-то там служба НКВД СССР, 1941 год. И карта воздушных путей. Воздушные пути – это вот стоит точка Магадан, стоит точка Якутск, между ними там где-то вот 2000 километров тайги и гор, и нету ни одной, не то что там аэродрома, там даже нет ровной площадки, чтобы, ну, в случае чего приземлиться. Там все вот такое, да, оно еще покрыто лесом. И вот понимаешь, что когда люди вот в конце 20-х, 30-х годов, так называемая золотая эра авиации, начинали вот это вот все делать, вот это действительно были пилоты. Интересная такая поездочка. Я нисколько не разочаровался в своем спутнике, потому что это очень многое значит. А мы уже об этом говорили в начале этого разговора. И я очень рад тому, что вот с таким человеком мне вот довелось 30 дней в замкнутой кабине провести очень интересное время. Может быть, даже если я когда-нибудь там выйду на пенсию, напишу книжку. 30 дней, да, с Борисевичем в замкнутом пространстве. А он в это время читал «Вокруг света» за 80 дней, да? Было интересно, и это вот 30 дней, которые были наполнены каждый день, там, по 12 часов, вот сколько мы были в самолете, вокруг него, ну, какими-то вот обсуждениями. Вот, Андрей, спасибо.